В этот день не дарят валентинок. В праздник семьи, любви и верности чествуют семейные традиции. Сергей и Галина более 35 лет вместе. Спустя десятилетия у них также горят глаза, и они все так же ценят время, проведенное рядом. А общее дело их вдохновляет и сплачивает. Секрет их семейного счастья прост. Вы знаете, наверное, доверие друг к другу. Это высочайший фактор, этот именно фактор, который держит семью. Потому что если есть доверие, есть и любовь, есть понимание, есть все. Начало, конечно, положила музыка, вот это общее духовное начало, зерно, понимание. И через эту призму мы уже понимаем друг друга, слышим друг друга, где-то спорим, но это все опять-таки творческие такие у нас отношения, больше все-таки через музыку. В этот день в городском парке было многолюдно. Рыбничане и гости города тепло и по-семейному проводили время. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по плетению косичек, аквагриму, оригами. Спортивные игры, беспроигрышная лотерея, шоу мыльных пузырей – это лишь часть мероприятий, которые прошли в этот день. На летней эстраде прошел концерт. Праздничным этот день стал и для родителей, у которых накануне Дня семьи, любви и верности появился новый член семьи. Маленькая Лиза, еще не понимая, принимала поздравления от руководителей города. Следила, внимательно слушала. Спасибо большое вам. Предлагаем всем гостям написать пожелания нашей Лизе. Молодые счастливые родители воспользовались случаем и поздравили всех с этим праздником. Встречайтесь, женитесь, рожайте. Побольше детей, ведь дети – это счастье наше, наше будущее, наше продолжение. Чтобы у всех здоровье было, и будет здоровье, будет много таких радостей жизни, будет лучше жить. Сергей и Надежда считают, что крепкая семья – это семья, где много детского смеха. Судя по статистике, с ними согласны и многие рыбничане. Так, с начала года в Рыбнице появилось на свет 247 детей. Специалисты отмечают, что рождаемость увеличилась и популярность имен изменилась. Чаще всего у нас девочек называют Евами, Софиями. Это уже замечено, прослежена тенденция. В последнее время очень много Таисий. Мальчиков называют более старославянскими именами. Сейчас много Платонов, Александров очень много, Дмитриев. Чтить семейные ценности, поддерживать огонь любви, понимать и прощать мелкие обиды. У каждой семьи свои секреты счастья. День семьи, любви и верности начали отмечать масштабно не так давно. Но все надеются, что это уже станет доброй традицией. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.